Добрый день, дорогие друзья! Итак, сегодня 13 июня 2014 года. Мы находимся в прекрасном месте. Как вы сами видите, можете оценить красоты, куда мы приехали. Это река. Мы, правда, еще не выяснили, какая, но я надеюсь, скоро мы выясним. Это у нас Юра. Юрий Сергеевич Борисов с сыном. Это наша палатка. Это наши машины. Мы тут неплохо устроились. Максим делает заготовки дров. Сегодня у нас пятница, замечательный день. И мы ко всему готовы. Да, пятница 13, кстати. Сегодня, да, пятница 13, но посмотрим, какая сегодня будет погода. Да, хотя, да, честно говоря, немножко накапывает, но это не страшно. Летний приятный мачете, дождь. Топор мачете. Это вон торчит. Сейчас Максим будет мачете рубить ветки. Так, посмотрим. Осторожно, только ноги. Молодец. Так. Молодец.